нашла, забрала ее. Такая большая коробочка. Напомню, это с сайта «Больше подарков», совместная закупочка была. Сейчас распечатаем. Так, вот такое вот богатство пришло. Так, такая вот пришла распечаточка, где все, что мы заказывали, все. Тут нам распечатали. Удобненько. Потом сверю со своими записями. Смотрите, что мы заказали. Такой вот фатинчик с такими сердечками красивенькими. Достаточно жесткий. Думаю, хорошенькие будут бантики. Получатся хорошенькие бантики. Это мы, как бы кто-то брал, и им там метраж большой был, и остачу, короче, мы забрали. Так что вот тут чуть-чуть его, на пару бантиков точно хватит. Так, еще тоже компанию. Вот такие, вот такая вот ленточка, единорожки, радужная. Ну, посмотрю. Так, так, сразу мне как бы она не очень нравится, но может быть в бантиках будет и ничего. Вот так вот, посмотрим. Еще вот компашка такая у нас собралась. Вот «Мамино счастье». Хорошенькая такая лента. Вот. С такими девочками красивенькими. Ну, нормальная. Это все хорошо. Так. И вот такая вот. Это больше к школьным бантикам потом пойдет. Ну, пускай полежит пока что. Я с нее, наверное... Может быть, ничего я не буду делать. Дальше вот такие ободки. На микстопе я цветные взяла, атласные. Здесь белые атласные. Но они где-то не белые, больше какой-то оттенок такой. Ну, посмотрим. В следующий раз немного другого плана возьму. Так. Вот такие две ленты с пайетками. 2,5 сантиметра, розовая и белая. Достаточно жесткая такая, думаю, что хорошо будет, все хорошо будет в бантиках. Так, потом еще возьму 4 сантиметра. Достаточно такая белая, очень хорошая такая вот белая-белая, и розовый такой неплохой. Дальше взяла вот такую шифоновую ленту. Здесь она уже отрезками идет, по 5 отрезков. Вот так вот. И в упаковке было по 5 таких отрезков. Взяла, как я думала, голубая, но она больше такая цвет морской волны или что-то такое. Ну и розовая. Ну, розовая, прям розовая. Я думала, она бледнее будет. Но она такая вот розовая. Сейчас откроем, посмотрим. Так. Ну, конечно, она вся помятая. Ну, ничего, отгладится. Ну, так ничего, хорошенькая. Посмотрим потом в бантиках, покажу вам, как она будет. Так. Дальше вот такие вот пряди, 2 штуки одного цвета, фиолетового, но они так и продавались по 2 штуки. Вот такие вот. Ну, посмотрим. Так, вот такая застежечка здесь, можно прям сразу ее цеплять. Хорошенькие. Вот. Для бантиков тоже. Вот такой еще один ободок взяла, просто попробовать, что оно такое. Ни разу с этого сайта ничего не заказывала, поэтому. Такая вот
такой вот подбородочек ушки. Но это больше праздничные, наверное. Но ничего, пускай будут. Может, даже кому-то и подарю просто так. А может, что-нибудь и придумаю. И вот красота такая вот блестящая. И еще извиняюсь. Так, и вот такие вот рожки. Тоже для пробы. На ободок будет обруч с такими вот рожками. Хорошенькие такие. Розовая и фиолетовая. Это мы тоже, по-моему, кому-то как бы в компанию попали, взяли. Вот так вот. Так. Дальше. Померан. Вот такие пастельные тона. Ну, прям совсем пастельные, пастельные. Но это тоже как бы была компания. Какие брали люди, такие и нам пришлось взять. Может быть, взяли и другие тона, но там не набралась компания. Поэтому вот что есть, то есть. Ну, ничего. Хотя бы так. Потому что Фоамиран уже беда-беда у меня. Все позаканчивалось. Впереди весна, впереди лето. Все хотят ободки с цветочками. Все хотят различные заколочки, чтобы цветочки были. Ну, пока что вот это вот взяла. А там видно будет. Так. Дальше. Вот такие кабошоны. Так, кабошончики. Распаковала, чтобы не шуршать. Вот такие вот. Ну, это пластиковые. Вот такие вот пластиковые. Простенькие совсем. В золоте. Я в золоте не люблю, но эти мне больше нравятся, чем серебро. А вот такие взяла в серебре, и они мне не нравятся. Достаточно большие. Но совсем простенькие. Но они и были дешевенькие. Это на дешевенькие бантики пойдут. И вот такие вот сердечки. Я их брала для другого. Я думала, немного они по-другому будут сделаны. Ну ничего, что есть, то есть. Ну, они вообще тоже были очень дешево. Но оно и видно, как бы и качество такое, пластик. Но стразики нормально, стразики все целенькие, все нормально, не выпало. Ну, их много в упаковке, так может быть, какой-то там брак и есть. Посмотрю потом. Вот такие вот были. Так, взяла по такие вот кабошончики еще. Арбузики мне понравились к лету. Бантики. И вот такие вот конфетки. Блин, конфетки. Ну, что-то цвет такой как бы бледненький-бледненький совсем. На картинке как бы вроде как другой был. Ну, ладно. Посмотрим, что там можно будет с них придумать. Так, ну это уже как бы не в тему, но я все равно взяла вот такие два корона шаблоны пластиковые. Ну это уже на будущее пускай лежат. Давно хотела. Ну и тут остались у меня лазерная вырубка. Я вот ее достала, но не надо было доставать, потому что ее надо еще сначала клеить, а потом уже как бы показывать. Поэтому ее отложу. И здесь еще что-то. Не знаю, что это было, не помню. Короче, тоже лазерная вырубка. Отложим ее. Ну и напоследок вот такие вот глазки для моих любименьких игрушечек. Вот такие 16 миллиметров в зеленом цвете. Почему я в зеленом взяла, даже не знаю. Ну, есть что есть в зеленом. И вот такие маленькие 12. Вот такие голубенькие. Вот так вот.
Так, и носики, носики бархатные. Носики бархатные. Все на заглушечках, тут 50 штук. Носики, да. Сколько это тут миллиметров? 10 миллиметров. 50 штук. Пока что хватит. А этих у меня 12, 20 штук. Здесь по 20 штук. Ну вот так. Такая закупочка.